Несмотря на то, что наступает ураган, хочу вам показать Chevrolet Niva 2005 года выпуска. Машина на литых дисках. Машина по кузову абсолютно вся целая, не имеет ни гнили, ни вмятин, ни крашеных элементов. У автомобиля тоже красивый вид. Есть фаркоп. Крутые ступеньки. Усилитель руля. Полный привод и музыка. Цена 220 тысяч рублей в автосалоне «Держава». Такого состояния Chevrolet Niva занесены в Красную книгу. Если вы хотите хороший автомобиль, добро пожаловать.